Всем привет! С вами вновь Андрей Лов и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. Конечно, мы сегодня с вами порисуем фигме Да, да, потому что у нас сегодня четверг и время разбирать очень интересную работу. Сегодня с вами будем смотреть фирменный стиль без логотипа. Как это? Сегодня узнаете. Но вначале переходим в группу ВК. У нас есть обсуждение, здесь есть у нас разбор работ за 3.2.2. 2. Две работы уже опубликованы. Сегодня посмотрим Дениса, а на следующей неделе посмотрим от пост от Владислава. Итак, Денис, тебе микрофон, внимательно тебя слушаю. Привет, Андрей, Денис, тебе большущий привет. Подготовил проект для портфолио. Хотел бы узнать твое мнение о логотипе и фирменном стиле постарался применить все полученные знания из эпохи композиции. Заранее спасибо. Денис, давай посмотрим, давай разберем. И мы с тобой настоящие мужчины, поэтому мы с тобой сегодня начнем твой проект смотреть именно с конца. Смотрим твою дизайн-систему. У тебя есть типографические правила, есть свойства цвет, есть некие вектора и контент. И вот из этого всего по-хорошему уже можно делать подход с точки зрения логотипа. Давайте перед тем, как вам показывать логотип, я покажу, что можно сделать. Вот вы уже знаете шрифт вашего проекта. Ведь фирменный стиль — это глобальные правила и принципы, с помощью которых компания доносит некую информационную составляющую через призму визуала. Контент на первом месте, информация на втором для того, чтобы установить связь с потребителем. Контент эмоциональная, рациональная — это информация. Так вот, если мы знаем с вами, что у нас есть некий шрифт, первый подход, ну самый очевидный, который может сделать дизайнер, это взять этот шрифт, в нем написать название компании и погнать, изменять видоизменять, интерпретировать одно, второе, третье. То есть уже вот этих искажений достаточно, чтобы получить очень интересную геометрию. Потом, конечно, появляется чуть еще выше уровень, можно свойство цвет добавить или же какой-то вектор. И вот ты пошел по пути сразу добавить вектор. Теперь мы переходим с конца в начало и начинаем это смотреть. И вот мы видим старт экран твоей презентации. Давай посмотрим твой логотип, насколько он целостный, насколько он балансный. Ведь потом логотип раскрывает фирменный стиль, он является частью фирменного стиля. Фирменный стиль содержит в себе логотип, и тоже все это должно быть целостно. Ты берешь шрифт, где у тебя абсолютно все штрихи имеют стопроцентное скругление, но при этом ты сразу здесь ставишь дополнительный вектор, который у тебя имеет острые углы. Ты ставишь контраст. И вполне возможно, как можно сначала интерпретировать, может быть, ты там внизу это раскроешь решение. Но сам факт, что ты уже ставишь одну типографическую работу, один шрифт, с другим, противоположно по восприятию вот в графике, по э, плотностями, да, векторами, все уже дает конфликт. Это уже не гармония, это уже не баланс. Давайте пересмотрим по самим носителям. Начинаем все с того, что ты молодец, ты понял, как работает баннерное мышление. То есть у нас акцент один — это контент, мы не боимся скролла, у нас есть заголовок, есть подзаголовок, и в нем мы можем все это балансировать. И вот посмотри, как у тебя логотип контрастирует, насколько он не является частью твоего фирменного стиля который сделан по барному мышлению, но дальше мы посмотрим, что ты, конечно, молодец, что такую презентацию, но а где следующие носители? То есть у тебя, например, с обратной стороны в любом случае есть в листовках некое перечисление. А какие конкретные цветы? А сколько они стоят? А какие, может быть, раскрытия скидки? А где находится? Где телефон? Оборотная сторона – это тоже работа графического дизайнера, которая покажет более уровень, более сложной композиции. Баннер на мышление ты отлично освоил. Давай переходи дальше. То есть усложняй себе уже презентацию, чтобы показывать и другие стороны своей разработки. Когда есть некий шаблон, мы его, безусловно, наполняем. То есть у нас наполнение, это некий контент. В чем вещь, что ты тут делаешь выноски, но у выноски есть особенность. Если ты делаешь выноску, она должна быть явной, прям очевидной. Вот такие вот локальные выноски, они фактически шорят ту форму, в которую ты вставишь. У тебя тут прямоугольник со 100% скруглением, и то, что мы ниже посмотрим, даже если ты захотел в фирменный стиль вести вектора, ты не обязан их вставлять в логотип, если ты хочешь получить более целостную композицию. Если же ты логотип сделал, там есть уже некое восприятие, то тогда переноси это в типографическую работу, в общую композицию. Теперь по поводу свойства цвета. Но от этого никуда не деться, так работает акцент. Вот я вам просто хотел пример показать. Что синий цвет, вот если задать вопрос дизайнеру графическому, вот есть носитель, например, первый, что здесь акцент один? Здесь конфликт стоит между акцентом один контентом и акцент один это синий прямоугольник. Свойство цвет яркий это всегда смещенный акцент. Да, в полиграфии и в наружной рекламе это можно оправдать, что именно вот эти совокупность конфликтующих акцентов один и есть желание привлечь внимание как визуальная составляющая, где нижний уровень это у нас цвет, чуть выше уровня это форма, еще чуть выше это контент. Но если мы говорим о печатных носителях, то тут можно делать инверсию, например, да, то есть можно делать пониженные как раз цвета и уже верхний ставить более темный цвет. Надо просто понять, что ну, невозможно в дизайне деться от акцентов. Мы либо хотим, чтобы человек смотрел на контент, и ему ничего не мешало, либо же мы смещаем акцент. И вот смотри, как работает, да, если взять и сделать логотип из шрифтовой работы, которую ты предлагаешь, то есть из типографики, из шрифта, который ты выбрал. Мы можем сделать чуть-чуть больше отступ здесь, да, то есть между подзаголовком и непосредственно э, сайтом. Мы оставляем ту же форму, то есть если ты хочешь эту форму сделать как элемент фирменной усилия, оставляй, но ты не обязан ее принудительно вставлять, например, в логотип. Здесь ставим контент здесь логотип, ну, здесь цвета просто взял, исходя из контента, хотя я тоже всегда это говорил в обучениях и в онлайне. Не знаете, что клиент вот какую утвердит цветовую схему, обязательно сделайте темный с золотом. Вот просто в лед утверждается. И, конечно, варианты у нас могут быть вариации. То есть вот мы как раз для того, чтобы не смещать акцент с контента, здесь контент является акцентом один в композиции. Мы здесь выставляем цвет не яркий, там синий, зеленый, красный. Как раз понижен такой пастельный цвет. Да, еще вот всегда совершаю ошибку. Нужно просто правильно здесь поставить акценты. Давайте мы просто выставим, чтобы уж наконец-то все это правильно смотрелось. Даже вот так, наверное, поставим. Вот, это все время забываю. Выставлять кадрирование тоже важно. Мысль в следующем, что ты можешь сначала продумать глобально весь фирменный стиль, как эти правила будут носить информацию. Исходя из этого, в том числе, подойти к разработке логотипа. Потому что если мы логотип делаем в одном направлении, и так у меня тоже были проекты, вот присылается логотип, непонятно как сделано, и мне с этим логотипом нужно теперь фирменный стиль разрабатывать. Вопрос на почему дизайнер сразу не предложил концепты, как будет выглядеть его же работа с конкретными реальными носителями. Это же не отдельные блоки, но логотип не используется просто в вакууме, он не висит, он всегда в неком реальном носителе. Как минимум концепты могут быть предложены. Не просто макап, некая визитка, зеленый фон, логотип. Это не концепт что-то, какая-то форма, какой-то контент. Так вот ты можешь более комплексно подходить, потому что фильм сеть у тебя классно сделан, а вот с логотипом ты прям вообще растерялся и не стал его рисовать для того, чтобы он был частью вот этого гармонического, гармонического и гармоничного проекта. Вот то, что ты вот прям вот делаешь. Посмотри, насколько вот это целостно смотрится. Ты не разбалансируешь по цвету систему. Вот выноска, вот так она работает, когда она явная. Все в одном цвете выдерживаем, размер все определяет у нас, да? Один размер переходит сюда, здесь подзаголовок переходит сюда, вот классно поставил, вот этот у нас э, э, сайт. Ну что здесь делает этот логотип? У нас все остро, есть типографика, есть баланс, бац, появляется совершенно непонятное решение из другого направления. Ну это как представьте, что вот стиль, вот вы надели там вечернее платье, ладно, подожди, давай, мы с тобой не будем вечернее платье сегодня одевать, ну костюм, да, у нас там белая рубашка, у нас есть, а внизу у нас шлепки. Ну вот зачем нам ко всему, к единому стилю, который мы зарабатываем, вниз надевать шлепки? Да, можно сказать, что это что-то новаторское, но дизайн-то про целостность, про баланс, про то, как компания будет восприниматься, насколько серьезно, целостно. Кстати, по поводу минуса. Ты думал, я не замечу? Я замечу, сейчас мы вниз посмотрим. У тебя хорошая презентация, да, вот, ты не боишься скролла, ты понимаешь, что все это можно показать как сам носитель, более размер, так как это будет в реальной среде смотреться. И смотрится замечательно, баннерное мышление шикарное, только логотип. Давай посмотрим вниз, просто я сейчас тут долистаю. Одного блока, то что я конечно все это смотрю, я, конечно все это замечаю, но если у нас есть скидка, вот здесь тоже должно быть минус 20 процентов тот момент в следующем, что видимо ты ставил минус 20 за счет того, что минус плотность появляется центр смещается, ну ничего в отдельной строке можно чуть-чуть сбалансировать вот например по промокоду, можно вводить здесь свойство цвет, то есть выделить промокод, а можно не вводить когда мы не вводим лишний цвет, мы опять же балансируем второй уровень, именно цветовую палитру всего лишь два основных цвета. Это, например, розовый и белый. Ну, контент, разумеется. Это тоже правильно. То есть, ну, это такой же более высокий, более такой интеллектуальный дизайн. Потому что вопрос, кто нас смотрит. Но ну, дизайнеры развивают дизайн. Если дизайнеры бы делали как 20-30 лет назад то ничего бы не менялось, и у нас бы все эти тени, желтые обводки, или там красный цвет, белая обводка, и потом черная обводка были, есть и будут, ну, потому что это все стилистики. Поэтому здесь тоже нужно минус сделать. Давай вернемся мы теперь уже непосредственно к твоим презентациям. Ты показываешь экран, ты показываешь фирменный стиль. Все, отлично, баннерное мышление. Другое дело, что не хватает более сложных носителей с более сложным сценарием. Поэтому все-таки имеет смысл добавить. Внизу ты там сделаешь еще макап, посмотрим. А логотип точно здесь вообще не к месту стоит. Тебе надо нарисовать логотип к хорошему фирменному стилю. Ты правильно понимаешь акцент один контент, ты правильно выставляешь баланс между заголовком под заголовком и его дальше переносишь в блоки, но с логотипом беда. Вот логотип здесь самая слабая часть. Давай посмотрим ниже презентацию. Ну, ты освоил баннерный мышление треугольник, контент, заголовок, что-то на третьем месте. Здесь, например, по копирайтингу осенний пара скидок до минус 20%. То есть можно указать до какой скидки максимально, потом с 25 по 3. Вот да, здесь у нас сайт, здесь у нас логотип тоже можно добавить. Ну, чтобы это выглядел как более реальный коммерческий носитель. Вот коллаж. Один объект обтравили, второй поставили, третий. Это дизайнерский коллаж. Дизайнер в реалиях не обязан делать его гиперреалистичным. Задача получить восприятие. Кроме дизайнеров, технических ретушеров, никто не всматривается в коллажи. Это они любят возвысить свой нос и говорить, здесь не хватает тени, я тоже так иногда делаю, здесь не хватает света. Но обычные люди, ну и мы тоже обычные люди, просто у нас есть знания. Ну никто вот всматриваться не будет. Но сама мысль, идеи всегда выиграет у обычной статичной какой картинки. Одна обтравка совмещена с другой, да еще третья. Молодец, трехобъектовый коллаж, ну достаточно с простым совмещением, выглядит целостно. Синий фон, ну куда же без него деться? Опять же, презентация, все, вот это ты прям понял, это твое, логотип подправь, прям отлично будет. Давай дальше посмотрим еще внизу, и это опять же показываешь разные презентации, это правильно, только вот здесь вот минус 20% поставить, и выноска, то есть вот либо делай ее так акцентированно, либо вообще убирай, как раз ты можешь проявить форму, потому что она у тебя в том числе есть как третий уровень в фирменном стиле. Смотрим ниже, ну то есть у нас повторяется как бы мышление, да, акцент один, заголовок, и у нас подзаголовок. Давай посмотрим в нижнем блоке. Здесь тоже, видишь, так интересно ты сделал, как будто это уже у нас припресс, pre да. Здесь все-таки у нас они более яркие. Здесь такие ты по контрасту посадил именно в непосредственно во среду, где у нас макап. Вот примеры, где можно доказать, что вектор вообще не обязан быть в логотипе. Но вот, вектора это просто отдельный уровень фирменного стиля. Они могут быть несовмещены с типографикой. То есть ты мог сделать прошифтовой логотип с какими-то искажениями, изменениями. Именно зная, что в фирменной содержат большое количество правил, одно из них от типографика из типографики сделать логотип. А вот эти формы, которые ты захотел поместить, именно уже в свойство цвет. Видишь, они отдельно смотрятся. И вот эти блоки смотрятся замечательно. Сюда ты добавил просто ну, не нужно. Это просто ненужное решение, как искругление. Они слишком контрастируют. Они не являются целостным, не являются балансным. Баланс в дизайне все определяет. Некое гармоничное восприятие, тождественность. Иначе ну, можно делать вообще фирменный сильно тотальным контрастным. То Нужно все делать контрастным. Одна форма вообще с другой не взаимодействует. Можно делать, как раньше, 3, 5, 6 шрифтов в одном носителе. Разница твои палитры, все в одном месте, все в одном носителе. Ну тогда вот этот безумный контрастный фирменный стиль, хотя будет обоснован везде все по-новому, но ты же стремишься к балансу, значит здесь тоже нужно привести. Но все равно в совокупности сам фирменный стиль по правилам принципам сделан отлично. То есть вот тебе только с логотипом вот эти мелочи подправить. Вот решение, как мы переносим, вот только логотип здесь подставить, вот макапы, вот подставили, да, заголовок, три строки под заголовок разделили, балансное решение, отступ меньше, отступ больше, отступ еще больше, прогресс есть. Ну вот же замечательно. Только логотип здесь поставить, и все было бы классно. Пример вот отдельного взятого, еще раз внизу, вот это вектора. Вектора могут формировать вот отдельную взятую просто площадь. То есть есть площадь с свойством цвет, да, вот мы залили синим, а может быть просто вектора. Они могут быть не совмещены. Вот отличное решение. Ты с третьего уровня формируешь как некий паттерн. Отлично. Здесь свойство цвет фирменный корпоративный. Получается замечательная возможность упаковку сделать, заполнить какую-то площадь на стене, когда уж совсем нет мыслей. Вот дизайнер туда все это ставит. Всем это нравится, потому что это красиво, это абстрактно. Никто не понимает, зачем это нужно. Но выглядит красивее, чем просто голая стена, либо белый лист бумаги. Здесь вот отдельные вектора, да, заголовок, основной текст, но это тоже, конечно, любопытно, когда у нас заголовок будет только в стопроцентном строчном наборе, насколько все это утвердят. Но логотип, вот все здесь по восприятию логотип. И логотип тоже вниз можно перенести. Если это все-таки уже документация, здесь на момент, основной момент, это информация. Сначала информация, где-то здесь аккуратненько внизу можно справа логотип. Тоже небольшой, маленький достаточно. Ты его вверху показывал. Вот правильное решение. Вот они, вектора со свойством цвет накручены. И сюда ставим просто заголовок. Отличное графическое решение. Оно самое простое, потому что оно не содержит в себе высшего уровня контент. То, что мы смотрим, это классическое, вот у нас три уровня в графическом дизайне, причем с треугольником графического дизайнера. Белый цвет, какой-то темный, два ярких цвета, например, у нас зеленый, там какой-нибудь синий, ну или другие. У нас есть типографика, у нас есть палитра цветовая, есть вектора, вектора покрашенный по цвет. Все, самый Простой для дизайнера способ создать фирменный стиль, используя всего три уровня, используя контент, я вижу, потому что там куда более сложно. Ну и того, давай с тобой подведем итоги под этим проектом. Проект отличный получился, но все же в мелочах. Мы же не хотим получить просто 8-бальную работу по восприятию, мы хотим получить 9-бальную, 10-бальную. А за эти баллы нужно прям стараться, нужно выгрызать их, нужно цепляться. И я очень рад, что ты заказал разбор работ именно вот в этих мелочах. Моя задача тебя как раз направить в сторону, чтобы ты взял, еще раз прошелся, потому что я как раз на основании твоих фреймов быстренько все сделал, подправил. Сделай еще 2-3-4 экрана с оборотом, что будет у тебя, если человек повернет эту листовку, увидит какое-то реальное предложение, какое-то сравнение, чтобы там все это была более сложная верстка. Покажи в этом проекте, в том числе, что ты не просто баннеры можешь делать, это отлично, но и более сложную композицию с более сложным сценарием. И все, публикую, отличный проект получился. Логотип, логотип, конечно, подправь, вот пройди хотя бы типографические вот эти искажения, сделай там пару подходов, у тебя в любом случае появится более балансное решение, который будет взаимодействовать с целостной композицией. Лайк, Денис, тебе поставил, спасибо большое за заказ разбор работ и немножечко до работу. Ну и в конце по традиции хочется сказать, что если вы смотрите мои видео, продолжайте, пожалуйста, их смотреть. Мне очень приятно, что вы лайкаете, что вы пишете комментарии. Дизайн, ну, в нем либо вы испытываете некую страсть, тягу, вам интересно, либо же нет. Мои ролики смотрите, других дизайнеров накапливайте в себе любительский опыт. И вот только когда вы поймете, что вы теперь готовы войти в мир конкуренции, сравнивать себя с другими дизайнерами, расти как Другие, которые выбрали эту дорогу, можете приходить к Андрею смело на обучение. У меня уже 11 год, как я дизайнер работающий, арт-директор. Обучаю, сам веду проекты, что по цифровым интерфейсам, том числе обучаю. И по графическому дизайну, как сам делаю проекты. он опять же, сейчас более комплексно, все-таки больше у меня количество именно по вебу сейчас, в том числе. Приходите, всему научу, будете расти, будьте конкурентными, сможете найти себя на рынке при условии, что вы действительно фанатик этого ремесла и любительский уровень уже вы прошли. То есть вы чувствуете концентрацию того, что да, готовы начать учиться, готовы расти и конкурировать. Потому что на рынке вам придется конкурировать как с теми же, кто только пришли в индустрию, так и с ребятами, девчонками, которые уже там по 5 лет грызут все эти композиции, типографику, цвет, вектора, контент, композицию, акценты, отступы, и вам тоже придется все это грызть и конкурировать. Может быть, именно вы будете делать 10 работы, которые будут отличаться от работы 7-бальника, либо 6-бальника. Спасибо большое, что посмотрели данный материал. В конце, по традиции, желаю вам любви, процветания и с каждым днем быть немножечко добрее. А на сегодня это все. С вами Андрей Лов. Всем пока.